У нас бабушка любит сладкое. Это все бабушки любят. А дедушки? Дедушки нет, кстати. Они сладкое не терпят. Неправда. Угу. Моего дедушки всегда было сладкое. У меня дедушка никогда не было. Не, хорошо, Егор, а почему ты хочешь сначала ехать в Оптино, а потом в Питер? Я объясню, почему. Да, потому что там дом есть. Тихо, подожди, пусть он объяснит. Смотри.